С початку года на пожарах у Гомельской области загинули 94 человеки, у тым ліку двое детей. Это значно больше, чем у минулым годе. Каля половы загинувших люди сталого узросту. Амаль 75 ахвяров огню знаходились у стане алкогольного опьянения. Як поведомили у областным управлении МНС, сёлета у регионе отбылося 780 пожаров. Сярод основных причин – неправильная эксплуатация печев и курение. Больше за 170 здарэнняў выкликаны узгаранням электроприборов и обсталявання. Небеспечной оказалась и вадкость для распаливания мангалов. От яе неосторожного выкарыстання у Светлогорском районе загинул человек. В управлении МНС так само нагадали об недопущальности выпаливания сухостоя на участках. Люди пенсионного возраста, которые, скажем, умышленно выжигают эту сухую растительность, надеясь на то, что они смогут контролировать вот этот огонь. Но когда происходит возгорание, уже конвективные потоки огня настолько сильны, что люди даже просто не могут выйти из этого огня, конечно, наступает гибель. Скажу, что, наверное, в очередной раз нашим гражданам напомню, что при выжигании сухой растительности, если загораются хозяйственные постройки, не дай бог, домовладение наших граждан, то люди могут быть привлечены не только к административной ответственности, но и к уголовной. Самый простый способ застерегчи себе – усталевать автономный пожарный оповещальник. В этом году на Гомельщине эти приборы выратовали от гибели 42 человека.